Дорогие выпускники школ Калужской области, начинается период единого государственного экзамена. Мы проводим его в чрезвычайно нестабильной и сложной эпидемиологической ситуации. Опасность заражения коронавирусной инфекцией сохраняется, особенно в ситуациях скопления большого количества людей и их активной контактности. Поэтому при проведении экзамена очень важно соблюдать правила общественной гигиены и максимально избегать контактов с другими людьми. Мы разработали специальные правила поведения в пункте приема экзамена, которые необходимо строго выполнять. Прежде всего, на экзамен необходимо взять с собой паспорт, при необходимости небольшую пластиковую бутылку воды. Не приносите, пожалуйста, на экзамен лишних вещей. Все помещения пункта приема экзамена накануне каждого экзамена будут продезинфицированы. Рассадка выпускников в аудиториях будет организована с условием нахождения в аудитории не более 8 выпускников. Просим вас, прибывая на пункт приема экзамена, внимательно следовать распоряжениям ваших сопровождающих и организаторов экзамена. Соблюдайте, пожалуйста, полутораметровую дистанцию с участниками экзамена. Выстраивайтесь у входа в пункт приема экзамена в строгом порядке в линию. Не толпитесь у входа в здание школы. Не торопитесь быстро проходить через пункт контроля доступа, через металлоискатель. У прохода на пункт проведения экзамена каждому из вас измерят температуру тела специальным бесконтактным термометром. При входе в здание или в аудиторию вам предложат обработать руки специальным антисептическим средством. Отнеситесь к этому серьезно. Сделать это необходимо. Уважаемые выпускники, если утром в день проведения экзамена вы почувствуете недомогание или обнаружите повышенную температуру, мы советуем вам воздержаться от сдачи экзамена. Предупредите об этом, пожалуйста, администрацию своей школы и своего классного руководителя. Оставайтесь дома и обязательно обратитесь к врачу. Не беспокойтесь, вы сможете сдать свой экзамен в резервные или дополнительные дни. Обязательное использование во время экзамена масок и перчаток выпускниками не требуется. Их используют только ваши сопровождающие и организаторы, учителя, которые работают в пункте приема экзамена. Но если вы хотите на экзамене использовать маску, вы можете это сделать. При этом при проходе в пункт приема экзамена, при идентификации личности в аудиторию, маску необходимо будет снять. Уважаемые выпускники, всем нам очень важно избежать рисков заболевания и организованно с соблюдением мер безопасности провести единый государственный экзамен. Тогда мы все получим хороший результат. Я желаю вам успехов, будьте здоровы!